Котятки Даня и Филя, их совместная поездка пока откладывается. Поездка в Ростов-на-Дону на операцию Дани и Филя котятам сельского мини-приюта Ирины Стрижак откладывается. Средств нет, только дорога будет стоить 5000 рублей с перевозчиком, но держать на руках две переноски невозможно, нужно взять два места. Операция одного от 3 до 5 тысяч, как заявлено в ветклинике по прайсу было, но это надо уточнять этот момент. Плюс обследование. Кастрация, и чтобы дважды не делать наркоз, да и все равно нужно выехать в город, и опять-таки расходы на машину, если кастрировать здесь, потом там день стационар. Выходим на огромную сумму. Пока только волонтер отложила 3000 российских рублей, больше у нее нет, этого не хватит даже на дорогу. Бедные детки так долго не проживут. Даня стал плохо есть, худеет. Филя постоянно задыхается. Больше сейчас бывает на улице, ему там легче, но сегодня целый день дождь. Не было до позднего вечера света и связи, ну то есть электроэнергия. Не могла хозяйка позвонить в клинику, чтобы уточнить все нюансы. Пожалуйста, помогите бедным братикам с операцией поездкой в Ростов. Очень тяжело смотреть, как они мучаются. Почти год мы их лечили во всех клиниках. Все время сидели на антибиотиках. Диагноз был поставлен. Сейчас понятно, что полипы, и нужно их удалять как можно быстрее. Кроме них, в приюте еще много хроников, которых лечит женщина сама. А закупки вообще молчит. Месяц не выезжали, только понемногу покупают хоть что-то. Очень нужна ваша помощь, друзья. Надеемся на ваши добрые сердечки, милосердие, сострадание к бывшим бездомным котикам.